Города разделены на три группы по количеству населения. В каждой группе определяют по 5 победителей. Анапа подключилась к активному голосованию в пятницу и пока набрала чуть более 2000 голосов. И это при том, что население курорта составляет более 70 тысяч человек, не считая приезжих. Интересно, что, например, поселок Мурино с населением менее 10 тысяч уже набрал более 30 тысяч голосов, обогнав даже город-миллионник из первой группы Ростов-на-Дону. Обошли Анапу и другие поселки с населением всего до 5000 человек. Хочется верить, что организаторы следят за соблюдением условий и правил конкурса и не допустят накрутку голосов. Но все же и анапчане могут быть активнее, ведь ничего сложного не требуется. Нужно просто проголосовать на сайте за то, чтобы на курорте стало одной зеленой зоной больше. Тем более, что аллея тематическая. Она будет заложена в память о героях-освободителях. А для города воинской славы это особенно важно. Голосование продлится до 30 апреля.